Я дракоша сегодня. Я сжигаю ваши рожи. Здрасте, меня зовут Мазл. Добро пожаловать обратно в Тэбз. Чё у нас сегодня, катапульточки? А чё происходит здесь, стой? Сами колёса вертятся. Вы чё, пацаны? Он предвкушает битву. Пора их уработать. А ну-ка, хвача вот так, да и всё. И вот так лучники с петардами. Покажите-ка мощь. Неплохо, неплохо. Ошаленно, пацаны. Ну чё, всё мимо, Куда? А кто ещё живой остался? А лучник остался? Ну-ка, не рычи там, ты чё? Ну как мимо, брат? Ты чё? Ну как? Нет. Ты куда залез? Ещё руки крестом, мой поехавший. Но почему сюда попала петарда? Криворукие сволочи. Меня вечно моя команда подставляет. Давай-ка ниндзя, да и всё. Два вот так и два вот так. Покажи-ка мощь. Ой, пацанчики, надеюсь, вы живы, а? Как все легли уже? Остался один всего. Братишка, давай, я верю в тебя. Да, я верю в тебя. Молодец. Чисти, чисти, не работает. Кого же взять? Обезьянище. Покажи мощь. Ой, камушки. Просто ваншот. Ну ты как здесь, а? Ноги одни остались. Давай-ка хвачу вот так. Подальше здесь. Допустим, самурай раз. Самурай два. Самурай три. И лучник вот здесь. Повыше вот так поставим. Ой, камушек. Двоих уработали. Одна есть. Попала петарда. Ну же, улетай. Не получится, да? Она просто подлетает и все. Ой, камушки, самурай готов. Второй есть. Время пока задерживаем, хорошо. Ну что ты ножка дергаешь, брат? Успокойся. Лучник остался, нормально все. Ну же, кто это сделает? Кто это сделает? Давай же, хвача, твой выход, красавица. Хорош! Ну просто идеально, посмотри, а? Какие же четкие стрелы. Рыцари и тамплиеры. 4000 у нас. Две обезьяны вот так. Ну-ка, покажите мощь. Давайте, давайте, пацаны. Спокойненько, спокойненько. А где ваши теневые копии? Чего, сдвое всего, Работайте, собаки. Ну вы чё, ленивая обезьянья пакость. Давайте лучше старайтесь. Ой, пацанчик, ты куда? Спокойненько. Всех уработали. Обезьяны кыш. Давай-ка, монахи, вот так. Раз, два, три. Вот так, хвачу две. Просто идеально будет, смотри. Еще монах вот здесь. Давай же, хвачи моя, работай. Попадите. Неплохо, неплохо, посмотри. Половинка уже есть. Рыцари двое остались. Спокойненько, там еще за деревом. Ну же, хвачи, работайте. Работайте, хвачи. Неплохо, неплохо. Но тамплиеры остались, Хвача, просто держись. Я умоляю тебя. Ну заряжай, брат, заряжай. Ну куда все вверх? Ты что, больной? Нет, не режьте нас. Будьте любезны. Нет, держись, мать. Заряжай. Да, подзатыльник. Еще и своего убил. Лучников поставим здесь. Она еще полторы стоит, да, блин. Две хвачи вот так. И, допустим, монах вот здесь. Все в одно место, давайте. Попали петарды у нас. Ой, рановато. Рановато получилось. Подожди, нет. Да не вселяйся, стой. Чё ж ты делаешь? Давай хвачу вот так подальше вот здесь. Она подъезжает, немного задержки. И маловато все равно. Ну-ка, самый краешек. Они не упадут, а? Они не могут выехать. Нет! Мой план провалился. Ну вы чё, хвачи? Пока монах держится, хорошо. Ну заряжайте, работайте. Ой, боже, рыцарь улетел. Неплохая бластенька, неплохая. Давай еще. Ну уже, мои лучники, давайте. Ой, пацанчик, прощай. Заряжается, нет? Ну как все мимо, вы чё? Ну как все мимо? Нет. Ой, хорошо, пацанчик, ой, хорошо. Просто красава, уважаю тебя. Ну давай, хвача, заряжай, работай, хвача. Ой, пацанчик упал. Ну как все мимо, ты чё? Ну как? Посмотри, все в стрелах. Еще раз и все, пожалуйста, еще раз и все. Просто под себя, хорошо. Ну и зарубы, конечно, пошли. Лучники, катапульты, барды. Это уже жопушка. Хвача, хвача, хвача. И самурайчик. А чё, самое то, посмотри. Или не самое то. Ну-ка, 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 хорошо. Приближаются, сволочи, приближаются. Держитесь, мои хвачи. Они уже подъехали, блин. Ой, боже мой, камушки. Это плохая идея. Кого же брать против лучников, а? Дракошу? И ниндзя вот так. Ну, допустим, поехали, я не знаю. Ой, пацанчик, держись. Все в одно место, охереть. Давай, работай, ниндзя. Прям по жопе барду, хорошо. Ой, дракошечка, нет. Закололи, сволочи, закидали. Туда пошло, хорошо.
И здесь пошло просто идеально. Что осталось? Две хвачи. И камушек. А, это не поломали? Думал, поломали две. Это уже жестко. А если вот так, ниндзя, подожди. Три ниндзя здесь. Покажите мощь. Да, охеренная мощь. Все уже валяются. Прямо идеальнейшая мощь. В одного барда одна хвача, серьезно. Ну вы поехавшие все, а? Ой, камушек, как это сделать, а? Если хвачу вот так поставить, а? Допустим, здесь и здесь. Давай вот так лучников, я не знаю. И это все так мало? Ну-ка, поехали. Пыш-пыш. Они просто палят в бардов? А если хвача вот здесь? И вот так заныкать. Они просто выезжают. О, смотри, палит. В кого ты палишь? Кто здесь? Ты что, больная совсем? Еще и по своим. У меня сегодня команда совсем поехавшая. О боже, уже поломали все. Ну как это сделать? Хвача там, хвача здесь. Поражение везде. Охеренно. Хвача, хвача, хвача. Две получается дорого опять же. Самурай здесь, один здесь. И потом получается сюда одного можно поставить, сюда куда-нибудь. Вот сюда, сюда, сюда. Тири-тири-тири-та. Я не знаю, поехали. Работаем, ребятушки, работаем. Камушки мимо. Да, мимо. Все просто идеально, подожди. Там всех уработали. Двое всего осталось самураев? Куда хвача поехал, э? Ну что происходит, посмотри на это, а? Какой бред. Как всех убили? Камушек. Она жива еще осталась? В смысле, кто выжил, подожди. Она под ней валяется? Кто остался здесь? А там самурай остался. Ох, нихера себе, камушек. Давайте будем более любезны, а? Но он не выживет, да? Давай, самурай, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Будет чисто вот такая маленькая армия. А чё, все уже не хватает? Маловато что-то, а? Ну поехали. Отбивайте, пацаны, камушек мимо, хорошо. Там нормально все? Да, там барды. Прямо очень нормально все. Ну убейте вы его, господи, ну время. Вас же всех убьют, о боже. Как камушек так убил всех? Прямо две полосы, вы чё? Пробирайтесь, 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 сволочи. Режьте всех. Ой, под себя. Уработали, есть. Походу, получается. Ну же, колите, колите эту сволочь. Кто еще остался? Где? А, бард здесь. Вы что, попасть не можете? Серьезно? Ну посмотри на это, а? Попасть не могут вплотную в шестером. Что творится здесь, а, сегодня? Королевичи. Какой-то пацан большой, что это? Нихера себе у тебя стрелы. Лучник переросток, посмотри. Прямо из локтя растут. Сейчас все будет, смотри. Самурай здесь, и самурай здесь. Допустим, две обезьяны вот так. Ну-ка, двинули обезьянки в бой. Там все получается, отбили. Вроде более-менее все нормально. А что здесь? Ой, боже, что творится? Обезьяны просто короли насилуют. Одну обезьяну уработали, нет? Две уработали. Ну же, самурайчик, борись. Два короля, все короли выжили. Да еще и безелий. Ой, меч в очко попал. Бывает, как всегда. Кордобуль! Да-да, королевич. Нужно меньше пить. Не работает. Монаха 2 здесь. Самурай вот так и вот так. Давай по 4. Две хвачи. Лучник, лучник, лучник. И запасной сюда. А, еще хватает, стой. Самурайчик. Чуть не забыли. Уже очками раскидываемся. Ой, хорошо пошло, посмотри. А, монаха уработали уже? Пока нет. Уже да. Только сказал, ну собаки, а? Куда попали петарды, господи? Что происходит здесь? Ну закидывайте их, давайте, закидывайте. Одна линия обороны осталась, ну давайте же. Заряжай, хвача, заряжай. Ну. О боже, косая ты сволочь, а? Нет. Как обычно все. Чисти, чистим. А если ниндзя вот так? Великая мощь ниндзя. Охереть. Сразу половина легла. О боже мой. Тогда мы делаем вот так, подожди. Четыре вот здесь самурая, четыре здесь, и вот так ниндзя получается. По чуть-чуть. Два самурайчика вот так. Допустим, поехали. Там все получается блокируют, хорошо. Там все тоже более-менее. О боже, ниндзя, ну давайте же, работайте. Какой он сильный, охереть. Так они убили короля даже одного? Это что за бред, э? Как их было там штук 8? Все выжили, охеренно. Самурайчик, я верю в вас. С одного удара. Три короля, это жесть. Чем это убивать? Как обезьяна сама упала? Что это было, э? Ну посмотри, что за бред с моей командой творится, э? Вы что, больные все сегодня?
Да, они обычно такие, я понимаю. Я другого не ожидаю. Обезьяна хвача здесь? Монахи вот так. Какого хера обезьяна просто прыгает, а? Она вообще драться умеет у меня? Клоны пошли, хорошо. Короли туда ушли. Господи, ну как это сделать? Они одного не могут забить втроем? Вы что, собаки, издеваетесь, э? Ой, королевич, где же у тебя стрела, господи? И это все уже? Серьезно? Я не понимаю, что творится здесь. Как все мимо пролетело? Что это было, э, уважаемый, ты чё? Херово хвача. Не прощу. Что же делать, как же жить, а? Допустим, закрываем этих и этих, да? Три вот так петарды. Петарды вот здесь. Хвача здесь. Три монаха, бла-бла-бла. И вот так еще лучники. И самурайчик. Давай здесь. Всего 10. Ну-ка, палите. Просто палите хорошо, все полетели. Но короли не летают, да? Их тупо отталкивает, и все. Этого более-менее хватает. Хвачи пошли, хорошо, хорошо, хорошо. Три короля еще остались. Как это сделать, а? Держите их, держите, сволочей! Они просто пробираются, а? Ну отталкивайте их, давайте, вы что, на месте стойте! Хвача! Заряжай же, хвача, пожалуйста! Какая жесть, а? Да почему все выше летит, э? Ты что, косая тварь, делаешь? Так мало их осталось, господи! Хорошо, один готов. Там еще и сверху остался один. Ну хвача, господи, попади, пожалуйста, ну попади! Вплотную, хорош, просто идеально. 4 лучника. 4, пожалуйста, держитесь, трое. Заряжай, сволочь, не падай, не смей. Да куда вверх? Я не понимаю, что творится сегодня, а? Почему такое косое все? Финальный шанс, давай, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Господи, неужели, мать твою, а? Ой, хвача. Ты выпиваешь, что ли, здесь на работе, э? Ну-ка, подъем. Какое же пламя, посмотри, а? Пламя страсти. Нихера себе борзота здесь. Ой, боже, щиты, копья, змеи. А мы сюда влезем, а? Дракоша здесь и здесь. Давай, самурай, вот так. И вот так, и вот так. Многовато, стой, вот так. Не наверх, подожди, пониже. Ну-ка, сжигайте все. Ну это, по идее, изи. Прямо изи-пизи, посмотри. Почему такой странный баланс? Ты куда, дракоша, не лезь сюда, ты что, больной? Ты же не пролезешь. Уработали дракошу. Но почему ты палишь стену? Ну впереди же еще враги остались. Давай вселяться, а? Я не знаю. Я дракоша сегодня. Я сжигаю ваши рожи. Добрейший вечерок. Да почему направо само идет, э? Я же нажимаю налево. Дракон сам направо лезет, а? Победа! Если бы не вселение, не знаю, что мы делали бы. Это минотавры, что ли? Здорово, братаны. Такие вы няшные, а? Три монаха здесь. Три здесь. Дракоша, дракоша. Ниндзя, ниндзя здесь и под мостиком. Ну-ка, поехали. Заряжается, сволочь, заряжается. Дракоша, борись. Там все сжигается, более-менее. О, боже мой, всех бьет. Дракон живой, что, охереть. Нормально работает ниндзя, посмотри. Вообще красавчик. А эти все выжили, господи. А минотавры, подожди. Одного работали. Там всех убили почти. Дракон живой. Ну-ка, вселение. Величайшее вселение. Не получилось. Сами деремся. Да попади ты, сволочь. Ну попади, пожалуйста. Нет, подзатыльник. Сейчас мы сами это все сделаем. Держись, монах, держись. Сейчас все получится. Да, получится. Все, я ниндзя. Я ниндзя, я убегаю. О боже, кидайся, брат. Ну же, борись. Можно я просто пойду, пожалуйста. Отстаньте от меня. Там еще и девка наша. Мы с ней поцеловались, бывает. Да закидывай ты его, брат, дай мне встать. Матерь божья, что делается здесь? Победа, серьезно? Нас драконьи девки спасли. Какое же позорище. А как же моя честь ниндзи? Какие же сегодня были бои поехавшие, а? Дальше, видимо, еще больнее будет. Пока на этом все. Большое спасибо за просмотр и увидимся.